Приветствую всех! Я Татьяна, консультант по красоте, и предлагаю вам рассмотреть вместе со мной стойкий быстросохнущий лак с глянцевым покрытием из серии The One. Этих оттенков этого лака 20 всего, у меня им представлено 12, и их все 12 мы сейчас с вами рассмотрим. Ну, во-первых, хочется сказать, что, сделав маникюр с этим лаком, вы сможете сделать маникюр, как он будет выглядеть, как в салоне, только дома. Я люблю такие средства компании Oriflame, которые салонные, делают салонную процедуру, но у вас дома. Интенсивный цвет у этих лаков, устойчивый к выцветанию и царапинам. Как я уже сказала, 20 суперглянцевых оттенков и профессиональный результат, который вы добьетесь уже после нанесения первого слоя. Он очень быстро высыхает, устойчив к царапинам, дает равномерное покрытие в один слой, легко наносится за счет широкой кисти, которая легко адаптируется к форме ногтя, содержит специальные пигменты, которые отвечают за насыщенность цвета и ухаживает за ногтями благодаря комплексу масел и гликолевой кислоте, которая входит в состав. Итак, давайте рассмотрим цвета, которые у меня представлены. Первый оттенок – это код 355-57, называется он «Цветущий клевер». Обратите внимание, какая кисточка. Как я сказала, уже она широкая и легко подстраивается под форму ногтя. Вот посмотрите, в одно нанесение и как уже хорошо смотрится. Ну, слегка прозрачный, полупрозрачный оттеночек. Флакон закрывается характерным щелчком. Следующий оттенок, код 355-64. Называется «Ночная орхидея». Так, я смазала руки кремом. Сейчас не могу открыть. Да. Так. Давайте посмотрим, как выглядит «Ночная орхидея». Прекрасное покрытие в один слой. Действительно, мы наблюдаем глянцевый блеск. Щелчка нет, вообще должен быть. Так, следующее. Оттенок. Это код 355-74, называется «Золотистая роза». Так выглядит в флаконе. Это полупрозрачный оттенок. Интересно, как он будет выглядеть в два слоя. В один слой он выглядит вот так. Так, следующий оттенок – это код 355-55, называется молочно-розовый. Тоже
плотный лак, плотным слоем ложится. Немножко полосит с одного нанесения. Я думаю, что второе нанесение покроет это. Этот как бы такой дефект, да? Ну, светлые лаки, они обычно этим грешат. Так, следующий оттенок. Это 355-70. Называется «Томный бордо». Неудобно. Боже, какие же красивые оттенки. Так, следующий оттеночек. Код 355-69, рубиновый красный. Тоже прекрасно ложится в одно нанесение. Так, следующий оттенок. Так, я немножко потерялась. Угу, нашла. 355-73. Я просто ищу название на русском языке, чтобы как можно точнее описать оттенок, потому что название оно хорошо описывает, конечно. Сладкая лакрица называется вот этот лак. Тоже красивые, очень красивые оттенки. Следующий оттенок 355-58, горная лаванда. Следующий оттенок 355-66, кремовая роза. У меня осталось 4 оттенка и только 2 ногтя. Поэтому я буду на пол ногтя наносить. Вот какая красивая кремовая роза.
Дальше. 355-71. Гранатовый браслет. Извиняюсь за неаккуратное нанесение, но в таких условиях это не очень представляется возможным. Триста пятьдесят пять, 68, красный мак. Триста пятьдесят пять, 56, теплый беж. Я думаю, что эти лаки не нуждаются, смазала здесь, ну ничего, не нуждаются в двойном покрытии. Посмотрите, как хорошо выглядят с одного раза. То есть можно нанести один раз и освежить цвет, допустим, через пару дней, нанести второй слой. Но единственное, вот светлые лаки, вот эти три, видите, они немножечко, вот эти два полосят, а этот полупрозрачный. Ну, даже и он, смотрите, как хорошо смотрится в один слой. Я думаю, что со второго слоя они хорошо покроются. Сейчас я положу второй слой одного лака. Это 355-55, это, по-моему, молочный розовый. Сейчас я нанесу второй слой, просто чтобы было понятно, покрывает ли второй слой вот это вот полосение. Ну да, в общем-то, да. С вами была Татьяна, консультант по красоте. Если вам было полезно это видео, нажимайте кнопку «Мне нравится». Делитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте под видео вопросы. Также под видео вы найдете полезные ссылки, которые я вам рекомендую просмотреть. До новых встреч!